Хвала Аллаху. Такой вопрос ошибочен. Что лучше, требовать знания или поклоняться? Потому что само требование знания является поклонением. Однако, если спросят, требование знания лучше или многочисленное совершение добровольных дополнительных молитв, но не обязательных, не рауатибов и не ночных выстаиваний, то мы скажем, что заниматься знанием важнее, потому что польза от него больше, а дополнительные молитвы уже по мере возможности.